Ну что, сегодня первый день нашего танцевального курса, и расскажу сначала основные принципы, как нужно танцевать и как вообще правильно двигаться, как вести себя на танцполе. В первую очередь, самый важный момент – нужно себе нравиться. Поэтому постоянно улыбайтесь, потому что абсолютно любой человек, если он двигается так, что ему это в кайф, другие люди на него смотрят, и они понимают, вау, как круто он танцует. Поэтому в первую очередь не стесняйтесь, получайте удовольствие от самого процесса. Второй важный момент. Старайтесь занимать как можно больше места. Представьте, что вокруг вас есть такой вот шар. Впереди то же самое и с боков. Поэтому, когда танцуете, не будете занимать все пространство. И все движения делайте максимально открыто, максимально широко. Кстати, именно поэтому многие танцоры носят мешковатую одежду, как раз для того, чтобы все движения смотрелись как можно более объемными, чтобы вы занимали все пространство. Дальше. Вся музыка идет на, как правило, вся клубная музыка идет на 8 счетов. То есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 счетов. Сначала мы будем делать на каждый счет по одному движению. Самое простое. И сегодня, чему мы научимся? Мы научимся качать под музыку. Что такое кач? Кач – это когда мы наклоняем наш корпус вперед и назад. С одинаковой скоростью, чуть-чуть пружине. Раз, и два, три, четыре. Это самое простое движение, чтобы просто почувствовать ритм музыки. Давайте поставим ноги вместе, смотрим на себя в зеркало, включаем музыку и качаем на один шаг вперед, на другой назад. Получается раз, два, три, четыре, пять, шесть, пружиним, пружиним. Пробуем по музыке. То же самое, попробуем поставить ноги примерно на ширине плеч, чуть пошире, и также мы их покачаем.